Лазби на розборі польотів. На його рахунку було 52 ролі, коли він збагнув, що може стати президентом Америки. Так ми дізналися про президента Рональда Рейгана. Талантливий чоловік, талантлив во всьому. Як жаль, що мене це не касається. Ну, розбор польотів знайшов таких людей, яким ця формулировка относима. А Тарко Шинашвили сьогодні в розборі польотів. І в отличие от меня, лишенного всякого дара, талантливая во всем Юлия Литвиненко. Вы думаете, чем бы вы могли время от времени зарабатывать на жизнь, если бы не наше гениальное предложение участвовать в шоу «Разбор полета»? Вы спасли мою карьеру, но мне кажется, если бы жизнь поставила меня в такие обстоятельства, в которых я должен был бы где-то себя проявить, это, конечно, футбольное поле, я бы играл за киевское «Динамо». Угу. Я же еще тот игрок. С нашими героями судьба распорядилась иначе. На гребне славы многие из них сделали кардинальный шаг в противоположную сторону. Внимание на экран. Співочими талантами навколо шоу-бізнесових персонажів тепер нікого не здивуєш. Сьогодні співають комерсанти, спортсмени і політики. Утіхи заради бізнесмен Гаррі Корогоцький і його друзі зняли кліп привітання для свого приятеля Олександра Меламуда. Відео стало хітом інтернету. Ще пак десяток чи не найбагатших людей столиці у білих колготках виконують епатажну варіацію не менш епатажного хіта «Леді Гаги». Інший київський оригінал, колишній мер Лені Черновецький, не раз тішив публіку вокалом. Починав він з пісні «Любімої моя» на зустрічі з прихильниками. День молча змінит ночь за твоїм окном. Любімая моя. Ігри творчий творчий вечір. А потім співав про матір для журналістів. Під зав'язку вийшов цілий кліп про Київ на пісню «Свіча». Та музична освіта і абсолютний слух – не єдині чесноти колишнього мера. У вільний час він фотографує і навіть експонує світлини. Екс-голова концерну «Укрспирт» та колишній власник футбольного клубу «Десна» Олексій Савченко заспівав якось на день народження дружини. І йому сподобалось. Знайшов професійну команду, днями просиджував за сарфеджіо, і в результаті від бізнесмена не лишилося сліду. Тепер Савченко активно просуває свій новоявлений талант у маси. Колишній міліціонер співає про душу, любов і випробування, збирає повні зали і знімає соціальні кліпи. А от режисер фільму «Дау» Ілья Хержановський вирішив водночас потішити артистичні амбіції аж трьох політиків – Нестора Шуфрича, Михайла Добкіна та Михайла Бродського. Вони зіграли партійних чиновників 30-х років минулого століття. В одному з епізодів Бродський навіть засудив Добкіна до розстрілу. Наша первая героиня попробовала себя в разных жанрах. Мы знаем ее как гениальную балерину, мы знаем о ней все как о политике, а теперь мы можем слышать ее как певицу. Анастасия Волочкова, студия «Разбор полетов». Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Взаимно. Анастасия, my special love. My special guest. Very nice to hear that from you. Настя, попробовать себя в совершенно, может быть, даже не свойственном вам жанре – пение. Вы умеете петь, честно скажите? Ну, вы знаете, я занимаюсь вокалом, беру уроки. Я не претендую на право называться эстрадной исполнительницей или певицей, но просто это новая грань моих возможностей. Первую песню я записала год назад, если мы говорим о взрослых песнях. Я считаю, что в моей концертной программе исполнены несколько песен. Это новая краска для зрителей. Ваше хождение в политику и яркий выход оттуда же, вы считаете поражением? Нет, вовсе нет, наоборот. Но ошибкой, вы говорите, все люди ошибаются. Это ошибка? Нет, я считаю, что как раз мой выход из партии, это не ошибка, это возможность для меня самой оставаться собой, самой, и не изменять прежде всего себе. Вы знаете, наступил момент в моей жизни, сейчас вот в основном, наверное, к 35 годам я пришла к такой вот своей спокойной позиции, когда мне стало не то, чтобы все равно, а я имею право позволить себе
считать верным то, что многие считают ошибочным. И наоборот. А, Анастасия, у вас за прошлый год было 68 романов? Или я насчитал? Да, нет, на самом деле. Однажды я звоню Насте, и Настя встречается с женатым Гришей Лепсом. Лепс, отчаянно скрывающий свое грузинское происхождение, не может улизнуть от меня никуда. То есть он бегает налево. А Настя встречается с парнями, и мы с Юлей об этом знаем, у которых непростые ситуации уже состоявшиеся. Я пишу Насте, значит, но это очередная жертва. Настя пишет мне с другого конца Москвы. Как знать, как знать? Что плохого? Есть парни, то, которые влюбляют. Вы же не несете ответственности, что в вас влюбляются все люди, которые составляют 35 первых мест таджикского Forbes. У меня критерий только один. Это симпатия моя личная и не количество романтических отношений, а их качество. Качество той гармонии, которую могут дать только два прекрасных человека. Красивых внутренне, душевно, одаренных творчески. Мне нравятся разные мужчины. Красивых, я свободная внутренне, женщина. Душевно, Гриша Лепс. Внутренне, душевно. Вопросик. Вы во всем полнокровный. Если у вас есть участок времени под названием «С друзьями застолье», вы там Волочкова, которая любит окружение. Я там жгу. Когда вы меня чуть не убили за столом в 6 часов утра. В одном из киевских ресторанов. Я вспоминаю, как меня выволакивали оттуда. И утром в 8:30 вы улетали. Вы были свежи, уезжали в другой город, из Киева. Да. А знаете, что говорили на ресепшн, подкупленные мною ради гадостных заголовков в газете «Люди»? Нет, интересно. Говорит, как она умудряется валиться в гостиницу за час до выезда, да. И ее шатало из стороны в сторону, да. Как футболиста Шахтера после победы. Да, да, да. А через час она выходит. А. Зачем она так допоздна засиделась? Б. Что она делает с собой? На каких транквилизаторах, чтобы привести себя в порядок? Ну, я, во-первых, могу сказать, что я действительно живой, нормальный человек. Я люблю друзей, я люблю компании и люблю проводить время так, чтобы мне было очень хорошо. А что касается вот этих картинок на лице, это ледяной душ, который помогает мне сразу взбодриться. И еще вот такая внутренняя концентрация, это действительно чудо. Я сама могу сказать, что я выносливый человек. Я внутри себя могу приехать в любую страну мира, неважно, джет-лаг, там, время, другое. Я сказала себе так, сейчас 12 часов, у меня съемка, я должна выглядеть прекрасно. Все, это идет от внутреннего вот я такого сознания. Я сегодня пригласил вас в ресторан, который, слава богу, закрывается в полночь. Мы познакомим вас сейчас с одним замечательным человеком, он тоже поет. Вы любите дуэты? Дуэты, да, я даже один из дуэтов записала. С кем? С Анатолием Алешиным, это замечательный музыкант. Он, кстати, во многом помогал мне в занятиях вокалом и помогал записывать несколько песен. У нас есть для вас прекрасная партия. Владелец завода, в газет пароходов, да. Вдруг взял и решил запеть. Бывший милиционер, бывший владелец футбольного клуба, а ныне автор-исполнитель Алексей Савченко в студии «Разбора полетов». Алексей Савченко, прошу вас. Прекрасная партия, сейчас познакомим. Здравствуйте, Алексей. Невероятно приятно вас видеть. Куда бы вам хотелось? Алексей, добрый вечер. Ближе к Насте. Добрый вечер, Алексей. Итак, учился в Лондоне один из руководителей крупной финансово промышленной группы, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Если я начну ошибаться, вы остановите меня. По офицерскому многоборью, по легкой атлетике. Женат, двое детей. Ну, когда это останавливало? Да, Анастасию, так. Остальные пункты биографии доведите до сведения высокой гости. Почему дальше. Пение? Почему, наверное, творчество? Да. Всего, да? Ну, тут такой глобальный философский, наверное, вопрос. Потому что тысячелетиями человек задает себе одни и те же вопросы, благодаря, наверное, которым и формируется сознание, ну и духовность. Почему? Потому что духовность, наша душа, да, это единственная то составляющая, которая нас отличает от животных. И вот сколько мы тепла, любви своей дадим людям, ровно столько получим и для вечности. Вот. И здесь мы не должны забывать о таких вещах, что кем бы ты ни был, богатым человеком, бедным человеком, рано или поздно наступит тот час, тот миг, когда, если повезет, кости свои отдашь земле, а душа будет возвращаться к Богу. Так вот, у Бога все живы. Слушайте, вы как Волочкова рассуждаете, а Силичи и на расстоянии от нее. Почему? Ну, вы тут такие ужастики про меня рассказали. Наслушавшись первой части беседы, все-таки Алексей...